Давай, давай, давай. Разворачивайся. Блин, вот эта машина. Сейчас там кто-то застрял, едем спасать. Так, где-то бородач пытается оторваться от нас, да? 100% сбежать. Ну, у него не выйдет ничего, я думаю. Знаю мощь твоей машины. Ёханый бабай. Я с этим пилотом... Влево, вправо? Вправо. Первый раз. Вправо, осторожно, с заносом заходи. Ёханый бабай. Держись там, Егор. Осторожно, велосипедист. Добрый мальчик. О, как подвеска работает. Где ты взял такую модную машину? Купил за $1500. Да ну ладно. А я тебе говорю. А где ты? Искал долго, да? Да. Право, 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 право. Мог 12 айфон купить за эти бабки. Он ребенок. Знаешь, тебе говорит, дай дураку $1500, он купит 12 айфон. А нормальный купит Ниву. Блин, как она едет классно. Слышь, какого она года? 88. А, так это еще из последних советских, да? Да. Ух, как она идет. Легенда. С электроусилителем. С электроусилителем? Да. Ну, это уже кто-то сам приколхозил. Самоборов впереди. Да? Да, на подшипниках, на Ивековске. Приколхозил кто-то уже электро сам, да? Да. Ё-моё, держись, ребенок. Так, ну мы идем по-жесткому. Бородача ты видишь? Бородача нет, не вижу. Он должен быть? Блин, может мы не туда поехали, а ну сейчас... Ну давай, сейчас мы долетим до переезда. Может, рацию включу? А, давай. Есть у тебя? А ну, да, есть где-то. Паша, прием. Да, говори. Где ты? А это кто? Это я, заместитель Дед Мороза. Кто где застрял? Я сам ищу застрявших. Бородач, прием. Давай до конца там увидим. Есть он. Уже он с другой стороны поехал. Ну, сейчас я ему наберу, давай. Поехали в объезд. Ну поехали, не тот джипер пошел. Ну да. Не тот джипер пошел уже в объезд. Да, не тот. Это чтобы раньше в объезд кого-то заставить ехать. Это невозможно это было. Только... Да, что-то не то уже. О, кто-то еще едет. Что ты очканешь, я не ожидал. На такой Ниве я бы в жизни в объезд не поехал. Ай-яй-яй, меня просто не Леня зовут. Береги. Меня звали Леня. Да не, ну ты жестче Лени. Да нет. А жестче ты просто не да знаешь. Нет. Ты видел, да. В чем Леня сегодня приехал? На гелике. Едем и да. Подстриженный, видел? Или да. Его в гелике подстригли, пока надо. А его будет прямо короновали. Выяснять. В гелике прямо короновали, да? Ну, да. На танковой в глубоком месте, да? Ой-ой-ой. Ёлки-палки, да ты же испачкал машину. Блин, 200 гривен помыть машину. Ёханый бабай, как ты там, Егорчик? Нормально. Сколько у тебя стоит помыть у вас? Я бесплатно мою. Бесплатно моешь? Да. Это а у меня такая лопатка специальная, мне в нескучном на гольфброде пацаны подарили. Я этой лопаткой мою. А, ну видишь, у тебя, в конце оффроуда. Иисус есть скребок тебе. Блин, как глянь, как все работает, елки, дворнички. Подвеска, не, ну я видишь, только сказал, четко, они перестали работать. Четко машина настроена, я тебе скажу, конечно. Посчитана. Представляешь качество, это дать эту машину делать немцам или японцам, да? Не, нельзя. Нельзя, да? Испортят, да? Да все испортят. Не видишь, все портят. Возьму, что это хорошее. А магнитолу что, уже кто-то приватизировал? Да, она плохо играла как-то. Вы сюда? Не. Нет, туда? Да. Так а мы же отсюда выезжали. Ну так мы же не в ту сторону поехали. А, ой, ля какая техника. Крутая, да. Везде пройдет. Хороший, да, по рельсам пойдет везде. Так, вышли на твердое покрытие, прибавили. Какая скорость, Веталь? Где-то 60. 60. Дороги нет, но мы все равно летим. Осторожно, тут бабушки бывают, выходят с пирожками на дорогу. Веталь, тут дорога ухудшается. Тормози. АБС есть? 65 идет. Тормози. Осторожно, он тебя не видит. А не видит. Егор, это один из самых жестких вообще джиперов, к
которых я знаю. Ты понял уже, да? Да. Ребенок говорит, понял. Приболтийских джипов. Да, 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 да. Мы по тротуару идем, отъезжай с тротуара. Ёханый бабай, держись, ребенок. Так, Toyota, это наши были. Они уже куда-то едут. Так, сейчас надо будет налево. Осторожно, тут уступаем всем. Да, и там еще мусора стоят. Тормози. А есть жестче? Тормози, тормози. Жестче нету. Жестче только. Стой, 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 стой. Да, 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 да. Вон за зелененькой, за зелененькой. Ты видишь, машины даже тебе покрасили. Красная, зеленая, чтобы ты лучше видел. Так, теперь все время прямо, там главное справа, да. Уступаем. Ты был здесь, нет? Да, был. Когда? Я сегодня заезжал в Банково. Я думал, там осторожно, Бэха, он жесткая. Застрял 200, я его хотел доставать, они говорят, нет, мы не застряли, спасибо, говорит, рано. А, они просто развлекались, да? Да. Так, сейчас где-то бородач здесь ушел в отрыв от нас, мы немножко не туда повернули. Вот она, мы параллельно танковой. Поворот к Суровому, смотрите, желтая табличка, Ковка, ГБЦ, и вот туда, к Суровому. Секретная информация, никому не говорите. Только по делу. Осторожно, осторожно, осторожно. Тормози, 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 тормози. Какой-то камикадзе видел на желтом Рено. Ну, на Рено они все камикадзе, я просто знаю. Нам, кстати, надо на вот эту дорогу попасть и тут выехать, и тогда нам будет близко до базы. До базы. Ну, примерно я понял, где она. Она примерно там, где мы в лесу, наверное, мы на нее и выйдем. Так, ну вот, где-то здесь застрявшие должны быть. Слева, да? Где-то дует, да. Притормаживай, притормаживай. Так, стой. Стой, стой, стой. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, стой, машина, встречка, подожди. О, вот. Вон, справа. Подожди. Справа что-то, да. А, сейчас. Это вот пацаны на L200, которых я хотел вытянуть. Они говорят, не надо, говорят, мы сами. Мы сами. Давай налево, налево давай. Налево. Вон, бородач уже тут. Так, мы на танковой, друзья, погнали, по левой стороне пошли. Да не, не гони. По левой пошли, не очкуй. Да вообще капец. Вообще. Да по левой там не страшно, я тебе говорю, тут все да ехали. Да, да ни одна машина едет. Сегодня тут не застряла. Да я тебе говорю, мы по левой едь, ну не гони, блин, ты чё? Да не гони, Руслан, я говорю, мы утонем. Да по левой не, мы не утонем, аккуратно едь по натяжку, не газуй вообще, потихоньку едь. Оно тут, тут твердое все. По левой едь, все включай, блокировки все включил. Так, по левой стороне едь одним колесом, аккуратно. Чтоб только не перевернулись мы, потому что я не хочу намочиться. Да не газуй, едь спокойно. Все, нет, видишь, нет, идет. Нет, да не едь, не, капец. Не. Давай уже вправо теперь, под правый край пошли. Вот это ты очкун, блин, слышишь? Переоценили мы твои эти. Да не, не очкун, пошел нормально. Вот так и едь, все. Да люди он ездят там, и мы как лошары будем что, по берегу ходить или что? Нормально идем, блин, я тебе говорю, я тут на УАЗе ездил. Все? Не-не-не-не, все тут. Руслан, все тут не будет. Да это ж Нива, ты че? Ходом надо брать, ходом, ходом, ходом. Руслан, тут гидроподготовки вообще никакой нет. Да не надо нам никакая подготовка, едь без подготовки. Можешь влево уйти, влево давай под левый край, под левую переходи. Под левый давай, да-да-да-да-да. Вот тут, да, вот так цепляй боком. Главное не перевернись только. Ни одного раза. Да, ребенок, кстати, переворачивался на УАЗе, я дрифтил как-то. Он подрос того времени. Сколько тебе лет было тогда? 5, да? Да. А сейчас 11. 6 лет. Не бойся, все нормально. 11, 6 лет назад. А мы на твою сторону тогда перевернулись, Егор? Да, вроде на мою.
нормально идем, а ты очковал. Я тебе говорю, что тут все проходное, блин. Что, я тебя когда-то обманывал или что? Немного ветер. Тоже слева? Да, 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 нормально идем. Блин, Нива, это просто красава! Это не машина, это ракета просто. Это просто ракета. Вот такой перекос тут у нас. Блин, Веталь монстр просто. УАЗы, конечно, это не то. Все, приехали, выходим. Или тут глумимся. Смотри, как пар пошел красиво, блин. Шо, очканул? Это тебе не чай пить, блин, в теплом офисе. Пошли. Смотрите, какой аппарат тут вообще, без шумочка. Ковры, новая модель. Так, мы как раз успели, бородач вынимает их. Шикарные места. Опять это же место гиблое. Сейчас Паша зарыться хочет.